Музей народной игрушки приглашает саровчан познакомиться с предметами народных промыслов и игрушками в экспозиции «Нижегородский край. Земля талантов». В учреждении также представлена выставка «Радость творчества семьи Ведяковых» в рамках проекта «Все начинается с семьи» без возрастных ограничений. Продолжается программа «Суббота в художественной галерее». 10 августа саровчане могут посетить выставки «В моем саду» и «Море цветов 2024». Возрастное ограничение 0+. Также в 12:00 состоится кинопоказ картины «Мой любимый чемпион» для лиц старше 6 лет. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 17 августа с 18 часов там пройдет музыкальная суббота. На танцплощадке ретро-дискотека, музыка для тех, кому за. В 19:00 на набережной саровчане смогут послушать концерт «Летний микс». Игорь Синицкий сыграет на саксофоне. За вокал отвечают Екатерина Голубовская и Ики Трио. Без возрастных ограничений. В 10 утра субботы и воскресенья можно прийти на ИКАР на разминку в рамках проекта «Фитнес-утро». 18 августа в 15:00 можно прийти и поддержать юных спортсменов на очередной игре первенства Нижегородской области по футболу среди детско-юношеских и молодежных команд сезона. За победу будут сражаться «ИКАР-2011» и «Метеор-2011» из города Павлово. Без возрастных ограничений. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.